Наука – неотъемлемая часть жизни общества. Благодаря ей мы можем развиваться и решать множество проблем. Выставка, организованная в Азербайджанском британском колледже, призвана помочь юному поколению делать первые шаги в мире науки. Самодельные роботы, научные эксперименты и опыты, компьютерные программы – все это проекты школьников. Здесь ученики попытались найти решение различных проблем, с которыми мы сталкиваемся в реальной жизни, используя знания по таким предметам, как математика, биология, физика и другие. К выставке наряду с Азербайджанским британским колледжем присоединились и другие школы. Всего в ней представлено 108 учеников и 64 проекта. К научной выставке присоединилось 11 международных школ и 5 организаций. Каждая предложенная идея по-своему интересна и уникальна. Когда температура будет 30, окно открывается автоматически и потом закрывается, когда это ниже 30. Этот проект поможет людям в будущем, поможет в госпитале, поможет в отелях. Но люди, которые не могут вставать, открывать окно или закрывать. Школьники попытались найти решение не только повседневных, но и глобальных проблем. Сразу несколько команд предложили свои идеи по сохранению питьевой воды. Ежегодно мы используем около 4 триллионов кубических метров чистой воды. Наш проект может помочь в решении проблемы нехватки воды, кроме того, приведет к увеличению количества растений. Благодаря нашему проекту можно будет сохранить 2% чистой воды в год. Особое внимание привлек проект самодельного инкубатора. В его работоспособности можно с легкостью убедиться. Я решила сделать идею, построить инкубатор, положить туда яйца, а после, чтобы они вылупились и вылупился цыпленок. И у меня это получилось. Вот здесь вот я регулирую свет на температуру. После 24 дня такой регулировки у вас вылупится цыпленок. Проекты школьников оцениваются в категориях химия, биология, математика и робототехника. Победители получат возможность представить страну на международных олимпиадах. Медина Гурбанова, Фирус Рагимов, CBC.